Так, имеется вот такой вот разъем 12-пиновый. По классификации идет как GM VAS 12. Модели, которые помоложе, там уже идет 16 пин. Сам разъем располагается под бардачком. Так, вот, собственно, сам разъем, который закреплен под бардачком. В нашем случае, чтобы сделать самодиагностику, нужно замкнуть вот этот разъем и вот этот разъем. Берем обычный кусок проволоки, зачищаем у него концы и вставляем в наши разъемы. Раз. И два. Сейчас включаем зажигание, но не крутим стартер. И начинаем считывать код ошибки. Длинное зажигание чека обозначает 10. Короткое обозначает 1. 10 коротких – 0. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это ноль, раз, единица, раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это ноль. В моем случае выдала ошибку 110-ю. Ошибка датчика температуры всасываемого воздуха. Раз, единица, раз, два, три, четыре, пять, пятерка, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это ноль. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ноль. 1500. Ошибка датчика температуры испарителя кондиционера. Так как у меня кондиционер отсутствует, то присутствие такой ошибки на машинах без кондиционера – это вполне нормальное состояние. Сам датчик у нас установлен в крышке корпуса воздушного фильтра. Датчик представляет собой терморезистор, который изменяет свое сопротивление в зависимости от температуры воздуха. Информацию, поступающую самого датчика температуры, его учитывает при расчете расхода воздуха двигателем. При выходе из строя датчика температуры воздуха или неисправности в его цепях, в комбинации приборов загорается контрольная лампа неисправности системы управления двигателем, тот называемый чек. При этом видимых изменений в работе двигателя может и не быть, но возможно увеличение расхода топлива и повышение уровня токсичности отработавших газов. Внешне они отличаются, что у литрового, что у 0,8 латуневой вставочкой. У 0,8 он обычно идет пластик полностью. Надкручиваем винты. Откручиваем второй винт. Откручиваем гофру. Снимаем крышку корпуса воздушного фильтра. Снимаем гофру. Вот у нас свободный доступ к датчику. Снимаем запорную скобу. Снимаем фиксатор. И получаем доступ к нашему датчику. Берем ключ на 21. И откручиваем наш датчик.
Вот, собственно, и он. Вот то, что мы будем вкручивать. Это у нас упаковка. Вот, собственно, и артикул. Вкручиваем датчик обратно. Здесь пришлось головку взять подлиннее. Но тоже на 21. И зажимаем наш датчик. Ставим корпус воздушного фильтра на место. Из-за особенностей резьбы видим, что датчик стал совершенно в другое положение, из-за чего приходится перекручивать фиксатор, чтобы его поставить и зафиксировать. Одеваем скобу. Устанавливаем назад корпус. Заводим назад шипы в свои фиксаторы, крышки. Садим крышку обратно. Докручиваем назад винты. Раз. Два. Знаешь, я тут такой заворачиваю, так вот. Упал? Так, датчик температуры воздуха мы поменяли. Сейчас опять включаем зажигание и смотрим самодиагностику.